В Северо-Казахстанской области начались вскрышные работы на крупнейшем в мире и единственном в стране месторождении олова. Залежи этого металла находятся недалеко от села Сырымбет. Работе по освоению рудного поля предшествовали долгие годы исследований и финансовых расчетов. О перспективах расскажет Нургуль Ахметова. О том, что недалеко от села Сырымбет в Айыртауском районе есть запасы олова, стало известно еще в конце 1980-х годов. Прежде чем приступить к освоению месторождения, здесь провели многолетнюю геолого-разведочную работу. Иногда лучше провести более детальное исследование, потерять даже немножко времени, но подойти к запуску предприятия уже более подготовленный. По подсчетам геологов, запасы олова на полиметаллическом месторождении составляют 153 тысячи тонн. В масштабах Центральной Азии это один из наивысших показателей. Олово входит в ряд металлов так называемой аккумуляторной группы. То есть это аккумуляторы, это электроника. А как вы знаете, в сфере роста электронной индустрии этот металл будет очень востребован. Да, спрос будет большой. В Казахстане это единственное подготовленное к освоению месторождение олова. Инвесторы уже начали здесь вскрышные работы. Государством оказывается поддержка по дорожной карте бизнеса. Профинансировано строительство сетей электро- и водоснабжения. Общая сумма инвестиций по линии и подстанции составила порядка 1,5 миллиарда тенге. Это колоссальная помощь для нашего проекта, потому что это сокращает наши капитальные затраты, и государство стимулирует нас, недропользователей, для того, чтобы мы реализовывали этот проект. На месторождении планируют добывать около 2 миллионов тонн руды в год. Кроме олова, здесь есть запасы меди и других металлов. Планируется, что до 2021 года здесь появится современный горно-металлургический комбинат, где ежегодно будут производить до 10 тысяч тонн олова. По нашим планам мы начнем строить фабрику на будущий год. Это самый крупный инвестиционный проект в нашей области. Сумма инвестиций составит порядка 100 миллиардов тенге. Будет создано 600 новых постоянных рабочих мест. Уже подсчитана и экономическая выгода месторождения. За 12 лет доход от реализуемой продукции составит около 500 миллиардов тенге. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Северо-Казахстанская область, Хабар-24.